Роскошная Пугачева побила бездетный Вайкуля. Муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин, опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новый пост. Это снимок с двойного свидания с певицей Лаймой Вайкуля и ее гражданским мужем. На фото семейные пары сидят на берегу Балтийского моря в Юрмале за столом при свечах. «Свеча горела на столе, свеча горела», процитировал слова Пастернака под постом комик. Пользователям сети очень понравился кадр, они сочли его по-домашнему уютным. Замечательная компания. Хорошо сидите. Все такие классные. Прям сидите как простые люди, то есть как мы, восторгались фоловеры. Но больше всего поклонников привлекла Примадонна. Она единственная из всех присутствующих получила огромное количество комплиментов в свой адрес. Алла красавица. Алла всегда прекрасно выглядит. Фото супер. Над Аллой Борисовной время вообще не властно, потрясающе. Максим, Алла моложе тебя выглядит. Круто, Аллочка, куколка. Не скрывали своего восхищения фанаты. Все красивые, но Алла Борисовна лучше всех. Отметил фолловер. А вот Лайма таких добрых слов, к сожалению, так и не дождалась. Единственное, что выделили подписчики, это ее пальцы. На фото они выглядят очень короткими и толстыми, по мнению пользователей сети. Публикация фотографии из Instagram. Напомним, у Максима и Аллы Борисовны двое детей от суррогатной матери. А вот в паре Лаймы Вайкуля и Андрея Лотковского малышей так и не появилось. Певица трижды была беременна. Дважды она сделала аборт, а на третий у нее случился выкидыш. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Врачи почти 40 часов спасали инфицированного Михалкова. Раздетая Бузова подвергла себя смертельной опасности. Включилась программа уничтожения. Озвучены самые тревожные прогнозы для Заворотнюк. Размазня сентиментальная. Виктория Боня разрыдалась из-за дочери. И многое другое.